Вот мы так в отношении к Богу вступили. Творца неба и земли, все творение мы, окаянные, грешные. И вдруг эта тварь пищит, я тебя не знаю. Залезем на небо и скажем, что нам Бог. Или построим коммунизм и будем сладко жить и без тебя. Ну, глупо, как хотите назвать, убийственно этого. И вот чувствовал, что, знаете, как вот самолет летит, гудит. Знаешь, мы его не видим, но гуд вот этот слышал. Вот так я слышал гуд в своем сердце, что-то, думаю, назревает что-то нехорошее. Назревает. И когда объявили войну, вот оно что. Мне фронтовики говорили разные вещи. Одни хулили. За что? Почему? За что? Гибнут, это молодой и так дальше. Такие были. И такие были, которые видели. Господи, прости, хулил, блудил, убивал, безобразничал, в общем, вся мерзость во мне, грешен, Господи, прости меня, он видит, умирает. С таким чувством, разве человек погиб? Нет, это самое настоящее покаяние, да кровью очищается. Мученик. У нас пришел один пьяница, красивый молодой человек, высокий москвич, но такой уже поддатый все это. Мы его спрашиваем: товарищ лейтенант, за что вы из штрафного пришли? Почему попали в штрафной-то? И он решил похвалиться. Я, говорит, снял от одного крест. Говорим, сними крест. Он говорит, ну как же крест снять? Нельзя. Дернул. Снял. И получил штрафного. И слава Богу, что уже переворот был. Христос!